Привет, друзья! 5 июня 2022 года. Несмотря на аномально холодную весну, я только не помню, на 4-й или 5-й год зацветает рододендрон японский, который я выращивал из семян. В ужасных условиях растет. Почти в голой почве. Без всякого торфа там. Но он все-таки рос. Я, конечно, подкислял почву, кое-как подкармливал, и вот бутоны уже готовы раскрыться. Рядом растет еще один. У него уже бутоны раскрылись. У этого условия, наверное, еще хуже, но все-таки он тоже зацвел. Так что из семян можно выращивать неплохие рододендроны, которые к тому же еще и будут у вас цвести. Ветки отсыхают, но новая поросль идет. Я его пересажу в более хорошие условия, когда цветет. И думаю, на следующий год он, может быть, меня опять порадует.